Боже, Таня! Таня! Господи, ты уже в Витебске, да? Ой, ты что, жаба-путешественница, Таня? Ой-ой-ой-ой-ой, Танечка, а что с ротом? Пединститут заканчиваешь? Да, сейчас на стипендию не проживешь. Ти розумієш, як я казала колись, знаєш, про себе, звізда не звізда, но жизнь сейчас така, що надо під рукою мати свій огородик. Танечка, так, це, ну, це, не переживай, то робота з дітками, закінчиш педінститут, робота з дітками, це не приведи, Господи, робота з дітками. Ти розумієш, зараз такі діти пішли, знаєте, серйозно кажу, в першому класі їх знасилують, ти спасибо не скажеш. А ты думаешь, потому что их разбаловали, или, понимаешь, вот эти сникерсы, шмарсы, марсы, вот ты посмотришь под удыш, идиотская, что ты так для детей придумали? Чё ты что с бокобань? У нас была, кажу, одна шоколадка в детстве, помните, пластилиновая, как она? Пальма, шикарная вещь, 44 копейки, съел и доволен, понимаешь? Съел и доволен, то черт и шо. Танечка, ну ты передавай маме привет, давай, давай. Господи, господи, я жаба не родилась, но похожа, о, ратуйте мою... Сука, Лидка, алкоголичка, вставай! Понимаешь, вот ты... Я тебя ненавижу, слушай. Ты пьяна до водки. То есть ты жадна до водки. Ты жаднюча до водки, Лида. Потому что я тебя бачу всю жизнь в двух позах. Вечером в позе льва, утром в позе гарниста. Ту-т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 у. Додуматься, товарищи, додуматься. Танцевать вчера самбо нарежу. Сумасшедше вообще. Зашла по колено в воду, говорю, а я водовая, вообще сумасшедшая. Сумасшедшая, клянусь. А та Геля еще, господи, красавица, дитя порока, господи. Не, это вообще, ну, понимаешь, ей пить нельзя. Она понюхая пробку с-под шампанского, язык вот так. И мило помылом причепилась за того милиционера, слухай. Ну, что ты до него лезешь? Что ты из собака не привязываешь? Что ты до него лезешь? Они нас как погнали, товарищи. Я... В них такие хорошие массажные палки, между прочим. Ты знаешь, все соли повыбывал, клянусь. Я вот ездила, Васильевка есть, там под Киев, Васильев. Там и не порчу снимала, там, знаешь, соли, все. Такого эффекта не было. Тут за раз. Оп! И как девочка. А ты спроси, почему? Я тебе отвечу. Потому что человек, работая с душой. Ой, вы знаете, я это недавно... Лидка! Я хочу общаться. Слухай. Ой, как я хоть выгляжу. Ой, вот эту маску не сделала, и все. Все, 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 все. Господи, брови фломастером. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Ты знаешь, Лидуша, я такую кассету... У меня есть, между прочим. Забыла одна женщина, слухай, забыла мне одна женщина кассету. Ну, в купе, слухай. Ну, вернее, не забыла, я сама и накрыла быстренько газеткой. То... ну, то таке. Новая московская певица, слушай песни. Это вообще, с ума сойти не встать. Значит, еще такое имя есть у нее, подожди. Ну, погано, фу. Слухай, беззубая якась. Стрижка, как будто, знаешь, я чимось переболела и подписала же без фамилии, чтобы не позор, наверное. Шура. Ой, ну песни, я себе быстренько в песенник. Тен-та-та. Ты не верь слезам, все вернется. После долгих ночей былью... Да, выходите со своими газетами. Былью сладкий сок обернется. Слухай, а она такая шепелява, клянусь. Вот так только спела, ты красивым голосом, все надо. Все это мой забой, небо синего, более пленного, пленного. Сейчас упомню, жизнь отмета. Выбирай, выбирай, молекида. Вообще, что она, я говорю, зачем слова писать вообще? Ну, музыку придумай. Вот и боже, да, вот и пенте, вот и пенте. Черт и шо, да выходи со своими газетами. Я говорю, мы газет не читаем. Я говорю, мы газет не читаем.
Не могу отмахаться, ты представляешь? Я говорю, мы не читаем газету, уходи, к чертовой матери, стреляй. Не надо мне твой календарик. Не кричи, успокойся, успокойся, успокойся. Мы не читаем газет, а? Не читаем, мы, уходи, к чертовой матери. Лиза, я не могу, что уходи со своим спид-инфо. Я не хочу тебя знать, уходи со своими газетами. Придется купить. Что там тебе, 100 перентів? Ну дай 3. Мені літки та санузел. Слухай, ты представляешь, у меня же такая новость. Ты скажи, ты вообще больна женщина, чи не? Знаешь, я там уже забронировала на 9-м километре, понимаешь? На 9-м километре уже забронировала нам койки, понимаешь? Ну це, товарищи, додуматься мене после 3 бутылок джин-тоника, 17 бутылок шампанского с шоколадкой, повезти мене с гелей на балет. А там мужики в колготках. А я, як дура, в первом ряду с биноклем. Военным. Ты можешь себе представить, что я бачила? Вау! Ну, еще когда бегал щелкунчик, еще куда не шло. Ну, когда выскочил коршун, мама родная, папа космонавт. Ты что? А я женщина слабая, легко возбудимая. Ты что? Болит, без слов, ни одного слова непонятно. Сука, ни одного слова, музыка пыляет. Знаешь, вот это, Ванесса Мэй, наверное. И черти что с боку бантик, я не понимаю этого. Я вам пришла на Шефатинского, все понятно, понимаешь? Туда сунь под ребро, все понятно, это черти что. И в колготках бегает, семью свою позор, как дурачок. Я тебе скажу, воно в колготках бегает, а сумасшедшие гроши, между прочим, получает. А ты думаешь, ты спроси, где растет картошка, он тебе скажет, фри. Что он не знает. Як вспомню, як ми картошку садили, ти помниш? Ой, дві больні женщини, клянусь. Взять, товариші, взять, посадить картошку утром, в обед отмітить, вечером собрать урожай. А Геля каже, що це картошка з глазками? Ой, Бозі, моє колеса, ти глянь, Ліда. Маленька. Бозі, чи ти таке вонюче, а? Ой, так красиво! Ой, моя маленькая! Глянь, иди до чашки, чувствуй, гадь, ну? Иди к маме. Ой, иди. Ой, фу, о боже, да иди к чертовой матери. Иди, кажу. Да иди уже, пошло вон от септора. Пошло вон, говорю. Пошло ты вон! Пошло вон от септора! Ну, чтоб ты, а пошло, понаплодять там, блин, пошло вон! Глянь, шипай там маму. Пошло вон, дифозная. Понаплодять там, блин, ты представляешь? Боже, Ася Карпова, це ваша киця. А я думаю, на кого воно мені гад похоже? До чого киця красива, і пухната, і пірната, мяу-мяу, фірі-мірі, ой, нікому не мішає, боже, прелесть, кошечка. Щоб ти перевернулася. Ні, кажу, вона в мене в самій дома живою галок, да. І мама, і сестра, і все на світ. Ой, нравиться мені Вітівськ. Отам як пройшла, думаю, останні панталони знімати, клянусь. Хорошо. Витебск, тихий гангстерский городок. Ой, боже мой, боже мой. Вы не устали еще, не? Спать хоть? Нет.